молодежном пространстве 306 квадратов прошла встреча участников первого заезда антишколы «Мы вместе» форума «Таврида». В этом году арт-кластер представляет очень насыщенную программу. О новинках в сфере креативных индустрий рассказал амбассадор фестиваля Томской области Никита Юдин. В этом году первый заезд «Мы вместе» – это вообще уникальная вещь для Таврида. Раньше они такого не делали. Они в рамках этого заезда объединяют творческих людей не просто творческих направлений, а также людей, связанных с искусством, с ограниченными возможностями здоровья. Благодаря этому они могут создавать интересные социальные проекты, могут создавать интересные какие-то творческие коллаборации, которых еще не было нигде. Наш регион представит 6 человек. 2 участника с ограниченными возможностями здоровья, кураторы и пара представителей творческих направлений арт-кластера. Все-таки мир равных возможностей – это делает свое дело. И ребята хотят участвовать, с нетерпением ждут, когда же мы туда приедем, что их будет ожидать. То есть надеемся, что ожидания и реальность совпадут. Молодые мечи отлично восприняли презентацию предстоящей программы. Быстро вникали в базовые моменты, уточняли интересующие их нюансы. Я занимаюсь уже на протяжении долгих лет латиноамериканскими танцами в направлении как сальса и бачата. Этот танец, наверное, ну, для меня, он богат своей энергией и эмоциями. Там я хочу все же узнать, узнаю, больше получить опыта в этих направлениях. Я раньше занималась художественной гимнастикой в детстве. Сейчас больше ухожу в танцевальное направление. Недавно открылась для меня новая деятельность – прыжки на батутах. Я также пытаюсь пробовать новое что-то в этой сфере деятельности и очень хотела бы от навыков, которые мне дадут в Тавриде, в Крыму, что-то взять для себя и потом преподносить это другим людям. Разобраться в новых методиках помогут специально приглашенные эксперты. Ждать осталось совсем немного. Работа школы «Мы вместе» стартует 1 июня.